Короче, не знаю, что это такое, а так название аж бесит. Ирина Кайратовна. 5000. На что-то сейчас популярное. Кайратовна. Почему? Какой бред. 400. 8 тысяч дизлайков, тоже много. Музыка хорошая. Ну тут, честно говоря, вот этот трек музыка делает. Она тащит его. А так слабо все. Это не скриптонит случайно? Кто это? Казахстан, да. Так, думаю. А то сейчас обидится, скажешь. Тогда обиделись, что сказали. Вроде бы братья, киргизы, казахи начали спорить. Мы ни в коем случае, как будто друг от друга открещиваются, честно говоря, как-то аж такое. Пишут вроде братья-братья и начинают тоже такое. Как будто, ну, типа, ну и что, ну, кто-то ошибся, мог назвать там. Там наполовину как деревня. Все злые будто бы учили слизерин. Тизерин. Надо бы по-быстрому отправить визерин. И все смотрели Гарри Поттера. Взрослые мужики. Как вам не стыдно смотреть Гарри Поттера? Вы чего? Фильм хотим по телевизору. Мало было нам, не хватило тизера. Расписанные планы на стикерах. Не призеры. Ризны за маски. Рабаны под сигарет. Суровые гризли купили концерт. Забыли сентимент. Подпили логику. Команда только пять. Ход ноги. Мы с тобой не просто куча биологии. Мы с тобой довольны. Веки под свинцом. Без паники. Если углубляться, то помимо анатомии. Сегодня познакомились с ботаникой. Хорошо, понятно, что такое пятка. Но пять котов, в кармане пятка и пять котов. Да. Пять котов, да. Нафига такой текст составлять, тоже непонятно. А это что, Little Big казахский? Что это такое? Вот что это? Вот так уже лучше. Короче, русский тут не нужен вообще. Это не стильно смотрится. Лучше бы еще третий казах был. Честно говоря, он как-то сюда не вписывается. Ну да пофиг, наоборот, хорошо, чё.
надо сотрудничать, то и правильно. Но тут смесь нагад всего, какой-то этот... Опа Гангам Стайл, Литл Биг, еще какие-то стили, все намешано, все ради хайпа сделано. Ну нормально, весело, да и ладно. Я разнообразие можно там. Это типа как еще тоже замут, как убить Билла, когда там валялись все после этот. Разборка в доме голубых листьев. Орен Иши и отряд 88 бешеных. Чисто оттуда еще как бы идея срисована, все идет. Подражательство, короче, всяким там Тарантином, всяким там фишечкам. Все это все равно это тем, как кто бы там что ни говорил. Ну, тех еще руки-ноги были там порубанные, короче. Кровища много было. Но все равно идея та. Все кто-то что-то откуда-то тащит. О, это карта Казахстана. Вот этот прикольный реально, кстати. Он на скриптонита, наверное, чуть-чуть похож. Слева который. Прикольный чувак. Но этот смешной, короче, который посередине. Вообще по кайфу было послушать эту казахскую на родном казахском языке. Мне иногда даже и прикольно. Послушать такое... И пение, и такое, это больше какому-нибудь рэп-стилю. Оно звучит для разнообразия и, ну, нормально звучит, правда. Довольно-таки стильненько. Как тогда вот тоже слушали Улукманапа. Ну, кстати, Улукманапа тоже, он-то из Киргизии, но он почти тоже, я почти нигде, там в одном месте только слышал, когда он, а так по-русски в основном пел. Здесь тоже мало было казахства. Ладно, молодцы, да, казахам спасибо. Саяны, саяты, ракетиры. Ребята интересные. И... прикольно что-то делают.